Началась осенняя призывная кампания. В понедельник в призывную комиссию были приглашены 45 бавлинцев, призывающихся этой осенью в ряды вооруженных сил. Перед началом работы комиссии начальник отделения призыва военного комиссариата района Марат Гарифуллин провел инструктаж и подробно объяснял парням их права, обязанности и то, как вести себя в определенных ситуациях. Затем каждый призывник предстал перед призывной комиссией и докладывал председателю о своем прибытии, отвечал на вопросы. Члены комиссии были готовы выслушать и самих призывников. Например, кто-то желал идти служить весной, после завершения учебы в техникуме, а кто-то, наоборот, не хотел откладывать службу, уже даже оформил академический отпуск в ВУЗе. Большинство призывников считают, что служить надо обязательно. Некоторые уже успели понять, что даже имея диплом о высшем образовании, найти престижную работу, не отслужив, непросто. В армии сам не хочу, а надо. Где хотел бы служить? Хотел бы служить, ну, в элитных войсках, или спортрота, или спецназ. Армия нужна уж на работу, чтобы устроиться, если пойдешь там пожарку работать или полицию, ГАИ, все, собираешься сюда, но обязательно надо отслужить. Я готов служить в армии, я отучился в школе, Чистопольской школе ДОСАВ, я готов служить водителем. С огромным желанием в армию хочу, по собственному желанию. Где бы хотел служить? В спортроте. Об особенностях осеннего призыва 2016 года рассказал начальник отделения призыва Марат Гарифуллин. Особенности данного призыва является то, что основной упор делается на мальчиков, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование, имеющие военно-учетную специальность, водитель, радиотелеграфист, водолаз. Также особенностью призыва является отправка мальчиков с высшим образованием на контрактную военную службу. По их желанию на 2, если же он изъявляет желание, то на 3 года будет проходить военную службу по контракту. До отправки в вооруженные силы для ребят будет организован традиционный праздник «День призывника». Он запланирован на 20 октября. В этот день в торжественной обстановке некоторые из них получат повестки. Айгуль Хусейнова, Кадрия Гамазова, Артур Давлетов, БРТ.